Терпи, душа, осталась уж немного. Терпеть и ждать, Христос придет опять. Терпи, еще держись за руку Бога. Терпи, надейся, жди, хоть трудно ждать. Не нуждалась в его любви, единстве, силе и тепле, что мир лежит в растленье и разврате, в нем больно жить и часто тяжело, когда стали лицемерие, ложь. Кому пойдем глаголы вечной жизни? Лишь во Христе и в нем на все ответ. Мы ослабели на пути к отчизне, мы охладели, это не секрет. Мы это чувствуем и понимаем, мы говорим об этом и поем, мы молимся об этом, унываем и волочим свой крест. Волочим свой крест, а не несем. Испытания, они ведут к сердечной чистоте. Из мертвого пустого состояния к победе, к совершенству, к полноте. Пусть Дух Святой на нас полит с неба и выжжет то, что дьявол насадил, чтоб стали мы душистым свежим хлебом из зерен, что сам Бог обмолотил. Пусть Дух Святой на нас повеет с неба и выжжет то, что дьявол насадил, чтоб стали мы душистым свежим хлебом из зерен, что сам Бог обмолотил.